В связи с морозами краевые спасатели опубликовали предупреждение и призвали жителей края к осторожности. По данным МЧС, в ближайшие дни на дорогах сохранится гололедица и снежный накат. Спасатели просят уделить особое внимание мерам безопасности и по возможности не выходить из дома. Особенно это касается маленьких детей и пожилых людей. Кроме того, в такие морозы особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности, следить за исправностью электроприборов, не оставлять без присмотра включенные обогреватели и печи. Водителям не советуют выезжать на личном транспорте за пределы населенных пунктов. Прячьтесь от ветра. В ветреную погоду обморожение наступает гораздо быстрее. Как только вы почувствовали, что вы замерзли, как можно скорее зайдите в теплое помещение. Магазин, кафе, павильон, подъезд. Ограничьте себя в загородных поездках. Если вы все же выехали на автомобиле и заглохли вдали от населенного пункта, попробуйте вызвать помощь по телефону. Оставайтесь в машине. Привлеките внимание проезжающих мимо автомобилей,